знаю, как максимально продавать свое лицо и тело. Ну-ка, назови три трека, да. Назови три трека. Три трека Алис. На мне Ванс, Анорак, Суприм штаны, ну и шуба мамы. Тим, твои ощущения? Больно, в первый раз всегда больно. А вы думаете? Давай на акроним Мэмон. То есть я некрасивый, ты хочешь сказать? Ты красивый. Что, Испания? На видео снимаешь, да? Да. О, мой парень. Миша Багачкин, наш сын, вообще. Серьезно. Здравствуйте. Это журнал «Цветной бульвар», часть вторая. Сегодня мы берем интервью. Это сериал «Цветной бульвар», сезон третий, сезон четвертый вообще только снимаем. Уберите отсюда бомжа, пожалуйста. Берем интервью у самого модного корейца. Это Витя Нгуен, но это не настоящая фамилия. Он не кореец, он узбек. Это фальшивая фамилия. Скажите мне про бренд КВ. Почему вы его любите? Я его люблю, потому что он азиат. Кого ты любишь? Азиатский бренд КВМ. Витя его любит, потому что он сделан где? В Азии. В Азии, конкретно? Япония. Япония, это японский бренд. Да. Но Витя не японец. Ну да. Значит, что он позер. Да. Мы у позеров не берем интервью. Расскажите, пожалуйста, про свой стиль одежды. Как вы предпочитаете одеваться? Какие ваши любимые бренды? На рынке. На рынке, то есть? На Бабиджере, Стонайлом, Зерхаус. Мне зажевала панковая машина. Это четыре стихии. КВМ, Тонархия, Слэйр и СХП. Че, на Семиду Голубков? Да, ты не поцелуешь? Нет, я не поцелую. Я ловлю. Спасибо, это поддержка. Все, мне не надо. Ай! Пак нищий ебаный. Холодно, Чана, холодно. Я с вами волку продаю. Волку? I don't think I could be so afraid.